бюджетных ассигнований на капитальный ремонт кровли городского выставочного зала не предусмотрено. У нас смета есть, но исходя из экономии бюджетных средств, мы будем рассматривать в первоочередном плане ремонт кровли на этом здании. Кровля выставка, она протекает? Да, протекает. Протекает. Да. В прошлом году, позапрошлом году, там делался ремонт? Нет. А? На этом здании ремонта не было. То есть в этом году не планируется там проведение капитального ремонта кровли? При экономии бюджетных средств мы это не планируем. Будет. Пока нет. Ну, давайте так. Пока на данный момент единственный выставочный центр, я прошу вместе с Татьяной Павловной представить всю необходимую проектно-сметную документацию о проведении капитального ремонта этой кровли. Ну а мы уже будем совместно изыскивать и рассматривать возможности его проведения не латочных, не, так сказать, какими-то кусками, а и полноценными.